Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы начинаем новую серию авторской программы «Быть врачом. Привилегия помогать и спасать». И я ее ведущая Анастасия Данилочкина. Сегодня гость нашей студии Гулаев Олег Георгиевич. Здравствуйте! Добрый вечер! Это врач Государственной клинической больницы имени Вересаева и врач в таком очень интересном инновационном кластере в Сколково, филиал израильской медицины Хадаса. Вот все это расскажет, очень интересное переплетение судьбы. И главное, что мы начинаем с истоков, с детства. У нас на Кавказе есть такой обычай, когда ребенку исполняется год, и на первый день рождения перед ребенком выкладывают предметы, которые ассоциируют тот или иной вид деятельности. По рассказам матери, уже будучи достаточно взрослой, уже по окончанию школы даже, или уже в институте на первом курсе, она мне сказала, что когда я был маленький, среди всех предметов, которые были разложены, а там ключи от машины, инструменты, книжки, я выбрал шприц. Шприц? Да. И вот так судьба сложилась, что спустя там 17 лет я поступил в медицинский институт, но ничего этому как бы не предвещало. Я учился в обычной школе, родился я в обычной семье. Мама – бухгалтер, папа – строитель. Занимался спортом. Мама меня во всякие секции пыталась устроить, потому что рос я достаточно такой немножко балованный. И даже учился в художественной школе детской, которую закончил с отличием. И это тоже впоследствии жизни мне помогло. И проявилось. Да, и уже пока. То есть художником вы могли стать? Мог, и даже были мысли поступить в архитектурный. В принципе, у нас весь поток, кто заканчивал, кто шел дальше в училище, кто-то планировал учиться на архитектора. Но на тот период как бы я больше тяготел спорту, потому что занимался и борьбой, и футболом. Активность была. Активность, мальчик, да. Активный, да? Да. Когда уже закончил школу, друзья мои, кто поступал на юридический, экономический, а мы с другом решили пойти на автомобильный факультет аграрного института. То есть уже документы были поданы где-то в середине июля. Объявилась моя тетя и сказала: «Олег, у нас в семье никогда не было и нет врачей, может быть, ты будешь первый?» Я про себя подумал, почему бы и нет, там много красивых девочек. Это и послужило мотивацией поступить в мединститут, сдав экзамены. Ну, какая прелесть. Да, поэтому. Главная причина, вот откуда врач. Да, причина была вот именно это. То есть не как художника красота привлекла вас. Ну, за красивыми как женщинами бы пошли. Ну и в жизни дальше это уже предопределило мою судьбу. Поэтому как-то так. А все-таки метки появлялись в судьбе. Вот этот шприц в детстве, который вы выбрали, да? Вот тетя, которая сказала, а не хочешь ли быть врачом. А почему? Кто-то болел или вот в чем была? Ну, у меня была любимая бабушка, которая как уже потом и предопределила мою именно специальность. Она болела достаточно долго варикозной болезнью. У нее были язвы. Варикозные? Да, у нее трофические язвы, с которыми она очень долго боролась. Я ей помогал перевязки делать. Ну и, к сожалению, она от этого и скончалась. У нее произошла тромбоэмболия, это фатальные последствия, которые, к сожалению, достаточно в 65 лет мы потеряли бабушку. И это как-то отложилось, и уже в Вот это потеря. Да, да? И в медицинском институте уже как-то меня больше тяготила именно сердечно-сосудистая хирургия, сосудистая, именно хотелось как-то именно по этой специальности. Чтобы помогать и предотвращать эту потерю, эту боль. Ну, как-то да. И как бы в семье больше руками все работали, что мой отец, строитель, он мог починить и сделать любой инструмент, там, смастерить там, хоть будку для собаки, хоть стол, хоть. Так и дедушка, который был учителем, который делал замечательную мебель, которая до сих пор стоит у нас в деревне и служит по сей день. То есть именно работать руками предопределило мою специализацию именно как хирурга, а не терапевта там или другого. Потому что хирург – рукодел. Да, рукодел – это больше именно занимается руками, то есть помогает. Как-то так все сложилось. Очень интересно. Поступление в ВУЗ.
Вы выбрали уже что-то, да? Это был медицинский, как он называется? Это Северо-Остинская государственная медицинская академия. Лечебное дело. То есть, ну, первые два года давались тяжело, потому что человек абсолютно, ну, я был не готов, потому что там нужно было заниматься химией, биологией. Все. Красивые девушки. Ну да, и все это была только наука. Отвлекало от учебы. Но как-то где-то на курсе третьем, когда мне, ну, столкнулся уже именно с практической медициной, я дружил с ребятами постарше меня, которые уже кто-то где-то работал. И вот это неизведанное и манящее именно в стационар, что там есть пациенты, хочется посмотреть, потрогать, помочь, это все тянуло. И где-то со второго, третьего курса я ходил с друзьями в больнице, дежурили. Мы там, как медбратья, помогали капельницы ставить, смотрели на операции. А курса где-то с третьего меня взяли на скорую помощь, и я с самых низов санитаром психиатрической бригады начинал, потом медбратом, фельдшером, и до окончания института я работал на скорой помощи. И тогда, наверное, проникся именно к помощи пациентам, потому что была разная категория пациентов, которые нуждались именно в экстренной помощи, и приходили достаточно быстро, приезжали, потому что уже ближе к окончанию института я уже работал на реанимационной бригаде, а это считалось верх пилотажа, можно сказать, когда ты приезжаешь на самые тяжелые вызова, когда люди умирают, тебе приходится их реанимировать, и ты видишь плод своих действий, что ты спас, ты успел довести в стационар там, или из ДТП. А бывали случаи. То есть, прям вот живая жизнь, да, котел горячий. Да, вот а это. Бывали случаи, и до сих пор отложилось в памяти, когда мы везли роженицу в роддом, и по дороге она у меня родила мальчика. Приняли новую жизнь. Принял даже жизнь, и сдали в роддом. Слава богу, все обошлось. Как и мальчика назвали? Потом назвали Олегом, поэтому это понятно. Всегда приятно. Чудесно, было. Такое прям крещение. Так, с что, новой, да, жизнью. А никогда не было сомнений вот уйти? То есть это вот как он приоткрылся этот путь, и вы были полностью вот уверены в том, что вы делаете? Пусть даже это было сложно, не может быть, не всегда интересно, но вот эта жизнь, в которой ты можешь помочь и что-то исправить к лучшему, да, всегда вас оставляла в специальности? Ну, пока, и надеюсь, еще не скоро это наступит. Но это на всю жизнь. Ну, наверное, на всю жизнь это... Поэтому... Дороги назад нет у врача, конечно. Если приоткрывается вот этот дар врачевания, это все. Да. Этот крест вы несете, это для нас это преклонение, уважение, такой почет. Да. А для вас это каждодневный, изнуряющий. Это для нас это рутина. Труд. Да, потому что через себя мы пропускаем всю боль, видя страдания пациентов, и когда в конце получаем результат, а он бывает, это виден, да, и это бывает радость, и дальше пациент, когда уходит, они достаточно благодарны, и вы даете вторую жизнь, да, и это такое счастье, которое ничем вот не заменить, когда человек к тебе подходит и благодарит. Да. Я много видела этих глаз, которые тебе благодарны, это такая вот истинная радость в жизни. Да. То, что вы можете это делать, это вот и есть. И передача наша носит название, да, «Привилегия. Быть врачом – привилегия. Помогать и спасать». Да. Мне кажется, что вот это ключевое. Скажите, пожалуйста, а хирургия? Вот, то есть вот врач, вы выбирали специализацию. Именно то, что только пальчиками работать? Или все-таки к хирургии вы пришли, какие-то другие были толчки или случаи? После окончания института мы поступили с другом на кафедру хирургических болезней, где я попал в руки на тот момент одного из лучших специалистов по сердечно-сосудистой хирургии. Он был единственный в республике, который делал всевозможные операции на сосудах, артерии, вены, фистулы. И все это было у меня под боком, я это видел, я ассистировал. И за год обучение в интернатуре, это дало мне достаточно качественный скачок, но масштабы республики для меня уже были малы. Мне хотелось расти и развиваться, а кафедры
сердечно-сосудистой хирургии у нас в республике не было, и был выбор поступать дальше или Москва, или Питер. Ну, как-то судьба сложилась, и я попал в Москву, в третий мед, медико-стоматологический университет имени Евдокимова, на кафедру хирургии тоже, но там уже был курс сосудистой хирургии. И наш уважаемый профессор мне говорил: Олег, ты в прежнюю очередь должен стать хирургом, я тебя отпущу через год, но ты выучись. Я научился делать операции на аппендиците. То есть общим хирургом, да, да, правильно я понимаю? Да, аппендицит, холецистит, грыжи, это все я за год давали делать с лихвой. Но тяга именно к сосудистой хирургии все-таки превалировала, и через год обучения в ординатуре я попал в то место, где я по сей день и работаю. Это отделение сосудистой хирургии ГКБ имени Вересаева. Раньше называлась 81-я больница. Отделение по своей сути достаточно уникальное, потому что на тот момент, да и сейчас, выполняется такой спектр операций, который ни одна клиника Москвы может позавидовать. Там есть и артериальная патология. Мы делаем операции на артериях нижних конечностей, аорте, сонных артериях. Делаем венозную патологию, экстренная тромбэктомия, флебэктомия, эстетическая флебология. И на тот момент у нас еще было отделение аритмологии. Тоже мы занимались, ставили кардиостимулятор при нарушениях ритма. Это тоже достаточно сложная категория пациентов, которые нуждались в экстренной помощи, потому что без кардиостимулятора люди порой не могли жить, потому что наступало нарушение ритма, несовместимое с жизнью, и нам приходилось и этим заниматься. Ну, надо сказать, достаточно такая прочерченная, уверенная ваша тропа. Да. Вы не петляли. Не петлял. Не изменяли себе. Ну, были моменты, нас даже профессор, мы единственные, ну, я и мой коллега в больнице Вересаева были в истоках рентген-хирургии, потому что мы начинали на обычном аппарате под рентген-контролем, обрывками собирали снимки и делали 3D-моделирование сосудов. То есть это сосудистому хирургу, это на тот момент было, ну, самая высшая и качественная помощь в плане диагностики, потому что, зная, что внутри, ты уже знаешь, что будешь делать после. Вот где проявился ваш творческий дар. Да. Да? Вы как скульптор. Скульптор, да, художник. Фрагменты. Собирали из фрагментов. Хорошо. А вот такой вопрос, очень тонкий. Вот в специализации, да, сердечно-сосудистый хирург, сосудистый хирург и кардиохирург. Угу. Вот разделите эти грани, у кого какая компетенция, да, и кто вот чем занимается. И, наверное, вы не пересекаетесь в плане вот каких-то операций. То есть вы не залезаете на территории друг друга? Вот расскажите, очень интересно. Ну, на территории друг друга мы не залезаем, но друг другу мы всегда помогаем. Угу. И в чем разница вот в этих вот? Ну, есть единая специальность, это сердечно-сосудистый хирург, угу, куда входит и сосудистая хирургия, флебология, кардиохирургия, аритмология. У всех врачей этой специальности сертификат единственный. Угу. Но каждый выбрал свою стезю и занимается более углубленно каждый своим делом. То есть кардиохирурги занимаются сердцем, протезирует клапаны, ортокоронарное шунтирование, все, что связано с сердцем и грудным отделом аорты. Все сосудистые хирурги занимаются практически всем, начиная от артерий, вен, более универсальные, сонные артерии. Есть еще специализация флебология. Это более такая отформатированные, они себя считают, но мы никак их не отделяем, и сами порой этим занимаемся. Это эстетическая флебология, когда есть варикозная болезнь, приходится удалять вены. На сегодняшний день много новых технологий, которые помогают нам без боли, без разрезов помочь пациенту обрести красивые ноги и обезопасить его от осложнений, таких как язвы, тромбозы. Это все идет в помощь хирургу. Все для пациента, для больного. Ну, это и понятно, потому что каждый орган переплетен сосудами, да? Взаимосвязан, и все. А какая связь? За счет этих капилляров? Да, за счет сосудов. Да? Они
соединяет в единый клубок весь организм. Да, это очень интересно. И когда вот начиналось какие-то рисунки первые по медицине, я обратила внимание, да, вот если мы даже возьмем какие-то анатомические рисунки, начиная с 13 века, изображения человека, да, какие-то анатомические вещи прописываются, прежде всего изображаются вены кровеносной системы. То есть человек понимал, что это очень важно, что это что-то такое, нечто главенствующее, откуда может быть и здоровье, или наоборот, да, болезни и смерть. Это то есть вы как-то это внутри себя вот чувствовали, выбирали то существенное, да, что вот, наверное, прежде всего, в чем вы могли помочь. Ведь да, именно бабушка по этой причине. Ну и когда-то в детстве бабушка меня научила шить. Шить, Олег. Никогда в жизни не угадаешь, где тебе это пригодится. И я... Шивание сосудов, да? Ну, вот я просто шил, вязал, то есть сшивал там нитку между собой, пуговицу пришивал. То есть, и впоследствии это мне пригодилось, когда я начал сшивать сосуды. Технология практически та же самая, но это более ювелирно. Здесь приходится работать и руками, и глазами, и головой. Иногда одевать даже окуляры, чтобы увидеть, потому что сосуды бывают разных диаметров, под каждый сосуд своя нитка. Все это пригодилось в жизни. Да, я слышала очень красивое определение, что хирург – это прежде всего рукодел. Но творит он, вот, естественно, от своего сознания, которое он получает опытом и даже свыше, потому что это проводники. Да. Но руками, да? То есть это вот должна быть такая тонкость пальчиков и чутье этой живой материи. Да, потому что… Значит, вот давайте тогда дефиницию еще раз сердечно-сосудистого хирурга, да, вот какую бы сами дали. Это специалист, который… Дает жизнь, потому что кровь, которая течет по этим сосудам, без нее никуда. Прекрасное определение. Да, просто дает жизнь, потому что без кровяных сосудов мы не можем наполнить. Я очень хотела, чтобы вы… Я вас подводила очень хитро к этому определению, и все-таки вы попались и ответили так. Потому что очень интересно, вот начиная даже с медицины Древней Греции, да, когда вот четыре стихии, четыре жидкости, которые выделяли гумор, да, вот теория, отсюда и гуморальная вот эта теория, когда кровь, флегма, да, желтая желчь, черная желчь, то есть вот эти четыре основные жидкости, которые наполняют человека, если они в балансе, то тогда он здоров, и если происходит их избыток, то отсюда все неприятности, что называется. Вот, и методы лечения были такие, на сегодняшний момент, может быть, звучат несколько дико, но тем не менее, да, это же вот было такое, было важно, и связано это было с жидкостью и прежде всего с кровью. Кровоспускание, да, кровопускание, там какие-то сейчас рвотные, слабительные средства, то есть то, что освобождает человека от жидкости. От лишней жидкости. И до 19 века практически была актуальна эта теория. Ну и сейчас она актуальна. И когда сейчас у пациентов бывает переизбыток того же гемоглобина, мы их отправляем сдать кровь. То есть интуиция древних была, в общем, верна и оправдана. Раньше кровь просто выпускали, а сейчас мы эту кровь можем кому-то помочь. Да. Пациент идет и сдает кровь на станцию переливания крови, и кому-то это его лишняя кровь даст следующему жизнь. Уникально, да? Вот просто вот какое-то акт творения, передача жизни, да, через кровь. Удивительно. Но здесь и чревата другая сторона. Можно ведь и ошибиться. Потому что известно, что художник Рафаэль, когда в возрасте 37 лет, очень рано ушел, именно была врачебная ошибка в том, что при температуре, респираторная у него была инфекция, метод лечения был выбран именно вот кровопускание. И эта ошибка повлекла с собой вот уход такого гения. Вот как вы здесь вот это вот ощущение, скажем так, где эта грань? Когда ты даешь жизнь или когда ты ее отнимаешь? Да, расскажите, что вы думаете? Не всегда в нашей профессии бывает хэппи-энд. Иногда приходится и чем-то жертвовать. И бывают такие пациенты, которым ты ради спасения жизни можешь его сделать глубоким инвалидом. Был достаточно свежий пример. Буквально 3 месяца назад пациент с единственной конечностью, вторую он терял. Он уже был инвалидом, но мы попытались ему дать шанс. Сделали одну операцию, вторую операцию.
ничего не помогло. Пришлось делать ампутацию. Вопрос стал об ампутации, и человек не мог в голове у себя уложить, что он без ног останется. Uh-huh. Но там еще уже влезали другие нарушения, как у него еще начался инфаркт миокарда. И мы встали и сказали, или вы соглашаетесь на ампутацию, или впоследствии вы можете просто потерять жизнь. Человек, переборов себя, пошел на ампутацию. Мы тоже, скрипя с тяжелым сердцем, сделали, мы спасли ему жизнь. Он до сих пор живет и с благодарностью периодически звонит. Говорит, да, я тогда был морально не готов, но сейчас я понимаю, да, я инвалид, но я живу. И живу ради своих близких, которые также, намучившись на тот момент, тоже с благодарностью вспоминают те тяжелые моменты, которые были в его жизни. И для нас это тоже, как для хирурга, который пытается спасти, своего рода урок, что не всегда мы можем помочь. Да, мы не боги, но мы готовы помогать, и мы до последнего будем сражаться за жизнь пациента, за его здоровье, чтобы хоть, если есть хоть какой-то шанс, мы его должны и обязаны дать. Вы очень хорошо так вы затронули тему и сложный достаточно вопрос о Боге, о Всевышнем, потому что все-таки действительно эта епархия такая божественная у вас. Вы продляете жизнь, вы можете решить, жить дальше или нет. Какая вот эта ответственность? Вы ее часто на себе испытываете? Это тяжело? Ну, это тяжело, когда... Принимать решения тяжелые так? Ну, это тяжело, груз? Когда... Все мы ходим под Всевышним. И каждый... Врач как-то особенно здесь да, эти рельсы меняет. Каждый раз перед операцией лично я помолюсь, перекричу пациента и иду со спокойной душой. Потому что в голове бывают несколько планов, и планы могут меняться по ходу операции, потому что не всегда та диагностика, которая даже сейчас есть, она может ошибаться. И хирург, в первую очередь, он пока глазами не увидит, руками не потрогает, он может поменять несколько раз операцию. И чаще всего уже во время операции ты находишь единственное правильное решение для этого конкретного случая, для этого пациента. То есть уникально, да? Вот вы входите в операционную, да, и творится вот здесь вот все сейчас. В этом и есть... Нельзя наша... ничего предугадать прям от и до, да? Всегда что-то может пойти не так. Да. И здесь тоже руководит? Да, и здесь тоже. И в первую очередь разум, и... И то, что выше. Да, и то, что выше. Ну, опыт. Потому что стать хирургом ты должен отстоять свои 10 тысяч часов. Без этого ты никогда не станешь профессионалом. И 10 тысяч часов? Да. А почему это, такая цифра, Олег Георгиевич? Это кто-то посчитал? Это в какой-то книжке я читал, и достаточно. Это в любой специальности, где бы ни работал, опыт, который получен на практике, он считается часами. Вот 10 тысяч часов для хирурга – это тот опыт, это 10 лет жизни. 10 лет стоять у операционного стола, сначала смотреть, ассистировать, потом уже самому оперировать, а дальше уже там, передавать опыт младшему поколению. Такой тоже у нас есть. И без этого хирургом, врачом невозможно стать. Как-то так. Скажите, а как вы отдыхаете? Что приносит вам, помимо результата, отдушины, вот это напряжение, помимо которое... Помимо результата, отдыхаю чаще с семьей. Стараюсь выбираться куда-нибудь в поездку. Люблю за рулем ездить там по горам. Обычно это приносит удовольствие где-нибудь забраться высоко-высоко, сесть на обрыв и смотреть вдаль. На горы чаще всего дома приходится отдыхать. С семьей, с детьми, когда рядом, все под боком. Как-то спокойнее становится на душе. И вот это и есть отдых. Вы заряжаетесь от своих близких, от этой теплоты, и дальше идете спасать человеческие жизни. Ну, как-то так. А вот сердечно-сосудистый хирург, да, вы сердечно-сосудистый хирург. Вот если дать определение сосуду, да, то есть это некие эластичные, трубчатые какое-то образование в нашем организме, да, которое циркулирует жидкость. Да.
к органам и от органов. То есть это малый круг кровообращения, большой круг кровообращения. И вот сосудистому хирургу, он же как бы вот это его только ипостась, то есть изучение вот этого правильности циркуляции крови или нет? Не всегда. Вот что здесь вы... Это все взаимосвязано. Изучаете. То есть мы по сути... То есть через сосуд вы выходите на все остальное, да? Да, правильно? Да. Ко всем органам, к сердцу, к почкам, к печени идут сосуды, которые кровоснабжают, дают им жизнь. Также и к ногам, к мышцам. Это все без кровоснабжения не будет питаться и жить. И когда есть препятствия в виде атеросклероза, которые препятствуют току крови, наша задача, как сосудистого хирурга, убрать эти препятствия. Угу. Есть несколько методов. Есть открытые операции, есть закрытые. Угу. Закрытые – это когда рентген-хирурги через маленький прокол заходят внутрь просвета. Это мини-инвазивные. Да, такая, да. Угу. Когда они бывают бессильны, такое тоже есть. Приходим мы, сосудистые хирурги, которые, это и есть наша привилегия, открытые операции, когда мы можем открыть, посмотреть, зашить и восстановить кровоток. В этом и есть наша уникальность, можно сказать. В том, что и необходимость. А иногда мы вместе оперируем с рентген-хирургами, потому что сейчас достаточно семимильными шагами развивается сосудистая хирургия, и друг без друга мы уже не можем. Потому что какой-то участок мы открываем для того, чтобы дальше рентген-хирург мог пройти более мелкие сосуды, куда нецелесообразно лезть, куда, где не нужно, грубо говоря, отрезать и смотреть, когда можно это изнутри пройти без боли и без крови. Поэтому мы чаще в последнее время уже вместе работаем на благо пациента. Мы с вами вот уже начали говорить о крови, да, что это что-то какое-то, даже обожествили в чем-то этот, эту жидкость таинственную. Вот вы как определили, что для вас такое кровь? Кровь – это материя, которая дает жизнь. Да, она может быть… А вот выражение «мы связаны кровью», «мы родственники», да, по крови. Вот что это? Вот почему именно эта жидкость отвечает за эти глобальные вещи? Как вы на это отвечаете? Мне всегда был вопрос, это интересен, и я думаю, что он интересен каждому, вот кровь. Это же не просто кровь, красная жидкость. Ну да, это жидкость, которая дает жизнь, поэтому, когда говорят, мы там братья по крови, или кровные, там какие-то родственники, или у нас на Кавказе там кровная месть. Да, кровная месть. Да, то есть надо пустить кровь, и тогда уже как бы становится вот апогеем. Поэтому кровь, она всегда... кого-то скрепляло, как в браке, там одна семья и другая, две крови смешивались и рождалась одна семья, так и разрушали. Но почему именно кровь отвечает за это, как вы думаете? Почему дано ей такое право, роль, миссия? Нет? Ну, наверное, без нее с древних времен считалось, что она прерогатива и дающая жизнь, поэтому все на ней... и строится в организме человека, по крайней мере. Поэтому какое я... количество в человеке крови? Много, около 7 литров. Угу. Да, и как вот сердцу этому такому уникальному сосуду, который ритмически отбивает каждую секунду, да, свой вот да. такт и прогоняет эту волшебную эту кровь, да. Сердце – это наш большой насос, который качает кровь ко всем органам. Без него, к сожалению, и жизни нету, поэтому... А вот если перейти из реальности в романтику, сердце связано с нашими чувствами, что сердце, оно чувствует, оно бьется, это вот как врач это физиологически объясняет. Это все ерунда или все-таки в сердце что-то есть? Нет, почему? Сердце тоже дает жару. Да? Да. Отвечает за любовь? Отвечает. И иногда даже в институте, я, когда писал, и стихи приходилось писать, я тогда себя еще не думал, что буду там кардиохирургом или сосудистым хирургом, но часто говорил, что я люблю лечить обожженные сердца. Обожженные? Да. Почему-то.
Ну, наверное, они более испытали, да, вот пережили и приобрели какую-то форму более красивую, отточила их жизнь, утончила, да? Да. Вот нужно что-то испытать, понять, тогда ты приобретаешь форму, вот эту вот самозначимость такая, вот откуда. Очень интересно. Кстати, вот мы с вами по истории прошлись, да, вот гуморальную теорию вспоминали, в новое время у Декарта были тоже очень интересные интуиции, рассуждения, далеко, в общем-то, правильные во многом. Вот он тоже пытался, пусть механически объяснить кровообращение, но тоже были у него такие вот рассуждения, схожие сейчас вот с вами, что это вот кровь, которая горит без пламени. Такая красивая метафора. Вот что заставляет, ведь еще это тепло, которое разносит. Да. Вот за счет чего это происходит? Почему мы греемся кровью? Потому что оно проходит через печень, легкие. Там оно и согревается через брюшную полость. Все органы, мы же теплокровные все, поэтому кровь и согревает. И наши пациенты сосудистые, они чаще всего жалуются, что у них мерзнут ноги, холодные. То есть это уже для сосудистого хирурга первый симптом. Он должен насторожиться. Нарушение кровообращения, значит, что-то там не то. И дальше уже от этого уже начинаем исходить, искать и находим причины, проблемы и решения этих. Угу. То есть исток отсюда, да? Да. Как бы да. Вот каких-то нарушений. Да. А вы работаете, значит, связано с как бы сосудами, то есть любой орган вы отвечаете, то есть вы можете оперировать на любом органе, да? Ну, в принципе, да. Мы протезируем. Там, где есть сосуды, там есть хирург сосудистый. Да, ну есть сосуды и в других органах, но наша задача именно восстановить кровоток большого органа. То есть мы можем восстановить кровоток в почечную, в почку. То есть протезируем почечные артерии, стентируем их. Магистральные сосуды, допустим, как аорта, от которой кровоснабжаются печень, кишечник, это же все связано в организме. Дальше кровообращение спускается ниже, там малый таз, органы малого таза у женщины, это детородная функция у мужчин, то же самое. И конечности, без которых мы не можем ходить и двигаться, это все взаимосвязано. Соответственно, в другую сторону, если подниматься к голове, сосуды несут кровь в головной мозг. Это сонные артерии, которые также подвержены нарушению кровотока, и мы тоже можем их восстановить, и делаем это достаточно успешно. То есть мозг, если поступает кровь, это тоже смерть, там несколько это минут, счет идет на минуты. Идет, в первую очередь, это инсульт, эмболии, там много факторов. А что это такое? Вот, ну, эмболия, это когда тромб улетает из сердца и закрывает просвет сосуда. Это сгусток крови, который препятствует кровотоку в данный момент. И как он образуется, вот, чтобы просто предотвратить это? Если это подстерегает каждого, или такой зловещий враг? Если у пациента есть мерцательная аритмия, в сердце происходят вихревые движения, триада Вирхова такая есть, и вызывает, в сердце образуется сгусток крови. Потому что в сердце два предсердия, два желудочка, и тромб начинает туда-сюда циркулировать, и в какой-то момент может полететь в голову, происходит инсульт, а может полететь и в ногу. Происходит тромбоз, и, соответственно, может развиться гангрена конечности. И та ситуация достаточно критичная, и если доктор не успеет, пациент может лишиться или ноги, или стать глубоким инвалидом. То есть это никто не застрахован? Никто не застрахован, если пациент подвержен тромбообразованию. Пациент... Как это определить? Обычно это определяется, если это связано с сердцем, ультразвуковое исследование сердца, эхокардиография, которая покажет нам все полости, как работает сердце. Обычная кардиограмма, которую мы снимаем, делаем раз в год во время диагностики, тоже нам покажет, есть ли нарушения ритма, которые могут привести к каким-то последствиям. Заболевания крови тоже могут провоцировать тромбообразование, тромбоцитозы или другие заболевания, более характерные онкологические, они тоже подвержены сгущению крови, тем самым могут провоцировать тромбообразование.
который вот как-то так. А на кровообращение что еще? Какие жидкости влияют в организме? Это, ну, еще, наверное, какие-то... Лимфатическая есть в организме, да? Гормоны? Ну, гормоны, они влияют, выбрасывают, да, в организм в достаточно большом количестве. Они тоже приводят к тромбообразованию достаточно, ну, не часто, но у женщин, которые принимают гормональную терапию, которую им назначают гинекологи по тем или иным причинам, ну, не часто, но приходят к нам с проблемами, которые уже вследствие приема гормональной терапии, как и тромбозы, варикозы, это все последствия гормональной терапии. Mm-hmm. Не всегда она идет во благо, но если подобрать правильную терапию и наблюдаться у специалистов, то можно избежать любых проблем и пить терапию достаточно долго и не бояться образования тромбов. То есть, если организм болеет или что-то, да, у него происходит, то кровь прежде всего за это отвечает и, да, реагирует. И реагирует. И реагирует, и специалист, врач, будь он хирург или терапевт, видя изменения крови, уже будет понимать, в каком направлении двигаться и где искать проблему, чтобы предотвратить ее. Поэтому... Ну да, исследование первое, которое, да, мы сдаем, это... элементарно, это же кровь. Кровь, всегда. Да, всегда кровь. Как мы этого боялись и боимся. Да. Будучи уже постояв операционной, я уже много что видела, но все равно вот кровь — та жидкость, которая заставляет как-то вот замереть, какое-то в ней действительно магическое свойство. Ну да. Да? Показатель скорости кровотока всегда был маркером. Когда мы убираем тромб из сосуда и получаем брызги крови, мы понимаем, что операция прошла успешно. Быстренько зашиваем, и уже то дальше... Она должна брызнуть? Ну, когда мы вытаскиваем тромб, мы получаем брызги крови, грубо говоря, фонтан. И понимаем, что скорость, которая несет сердце кровь к ногам, достаточно для того, чтобы она ожила. Поэтому в этом и чудо. Это, да, забрызгала, забрызжила жизнь, да? Да, вот да, да, да. Хорошо. А тогда в ваших больницах расскажите, да? Они тоже в вашей жизни появлялись, и не случайно. Вот больница имени Вересаева, кстати, да. Викентий Викентьевич Вересаев тоже был и врачом в том числе, и переводчиком, и поэтом. Вот. Но как врач он тоже очень много написал, и свои труды, да, доктор он отражал, да, записки врача. Врача, да. 900-й год, а через 10 лет, в 10-м году напишет «Живую жизнь», но тоже там вот это вот, не будучи врачом, не напишешь о живой жизни. То есть, чтобы ты понимал, что такое живая жизнь, вот это биение. То есть он даже отказался от смерти, бессмертия, потому что это все, это отсутствие жизни. Вот живая жизнь, вот она, да, сейчас на нас смотрит, вот это самое ценное. И вопросом, который он задавался, кстати, где живое находится, что оно и как называется. Да. Вот для вас это что, кровь? Ну, для меня это кровь, это все, что связано с сосудами, и с кровью, можно сказать. Да, и наш стационар в этом году будет юбилей. 85 лет, да, отправляем вашу, да, больницу. Будем достаточно большое мероприятие готовиться. Ну, стационар многопрофильный, там не только сосудистые, кардиохирургия есть, там достаточно хорошая кардиология, травматология, терапевтическое отделение, неврология. То есть у нас есть сосудистый центр региональный, куда привозят пациентов с инфарктами, с инсультами, и вся наша мультидисциплинарная бригада, это неврологи, сосудистые хирурги, кардиохирурги, кардиологи, все вместе помогают таким пациентам. Этот... Ну, мир развивается, живое развивается, да, и усложняется. Да. Ваша как бы операция, специализация, она ведь тоже, наверное, да, усложняется, да, мы тоже... требует новых задач. Вот что в будущем ждет сосудистого хирурга? Куда вы дальше двигаетесь? Ну, сейчас технологии идут к тому, что мы объединяемся с рентген-хирургами, потому что мы идем в паре. Где мы не можем пройти, мы открываем дорогу для них. Или наоборот, когда можно человеку помочь, не разрезая, бескровно, мы лучше поможем ему так, сделаем ту же операцию, но уже бескровно. И для пациента это тоже плюс. Это без наркоза, без боли пациент становится здоровым. И технологии, которые были тогда и сейчас,
допустим, при поражении сердца, при острых инфарктах и поражении коронарных артерий. Раньше делали достаточно травматичные большие операции, когда аортокоронарное шунтирование сейчас. Это что такое? Это аортокоронарное шунтирование, когда от аорты, от основного сосуда, мы кровоснабжаем мелкие сосуды сердца, которые заставляют качать кровь. И не всегда... То есть это помощники сердца. Да, по которым те же трубки из своих собственных сосудов берем вену и пришиваем его от одного края до другого. То есть пускаем кровь туда дальше, к мышце, чтобы она кровоснабжалась и дальше могла качать и восстановить свою функцию. В этом и есть и была прелесть. Но технологии шли дальше, и когда в сердце мы видим маленькое препятствие, из-за которого, ну, не стоит разрезать грудину, делать достаточно большую травматичную операцию, появились рентген-хирурги, которые через маленький прокол восстанавливали этот кровоток, и человек на второй день мог встать и идти, и выписаться домой абсолютно здоровым. Поэтому это все достаточно хорошо, новое мы ни от чего не отказываемся, ни от старого, и все новое это тоже впитываем в себя и учимся, как и все. Поэтому... А вот этот центр инновационный, который филиал считается израильской клиники, да? Да, вот немножко другая клиника, это официальный филиал израильской клиники Хадаса, он открылся 3 года назад, в ноябре месяце открылся госпиталь, где уже пациента могут положить, обследовать и оперировать. И вы там тоже занимаетесь сосудистой хирургией? Да, я там пока единственный занимаюсь всем спектром сосудистой хирургии, в том числе и операциями, и открытыми, и совместно с рентген-хирургами, и эндоваскулярные вмешательства делаем. Поэтому это новое оборудование, новая клиника, достаточно новые технологии и препараты, которые не применяются в России, а применяются там. Пациент не всегда может поехать за границу и получить квалифицированную помощь. Нет возможности, санкций. В условиях стационара госпиталя мы можем ту же самую операцию по тем же европейским стандартам сделать ему в России и в Москве. То есть вот эти вот известные какие-то израильские специалисты, да. Они сейчас присутствуют у нас здесь, да. И могут вот эти вот операции сложнейшие израильской медицины, да? Да, она всегда теперь актуальна и здесь у нас. Она всегда считалась передовой в нашей стране, и основной уклон, да, конечно, делается на онкологию, потому что все передовые технологии находятся в Израиле по лечению. Ну не зря же едут туда, что-то случается. И... Именно онкологического профиля, и поэтому и всегда на помощь придут и онлайн, и периодически прилетают к нам на консультации, операции делают лучшие специалисты Израиля. И это хорошо для нас, как специалистов, которые находятся рядом. Мы тоже учимся чему-то у них. Поэтому это все на благо. А есть какие-то отличия? Вот все-таки, наверное, хотя бы ключевые какие-то. Хирурги везде одинаковые. Руки хирурга одинаковые. Среда просто, кто в какой среде вырос, какая культура, школа, да? Обучение, ментальность, это все разное. Но когда это касается здоровья пациента, мы абсолютно одинаковые. Со своей стороны, каждый хирург приносит свой опыт, и в этой клинике это все сплетается, все на благо пациента, чтобы помочь в первую очередь пациенту. Поэтому... То есть помимо своей клиники вы еще работаете там, то есть это полная самоотдача. Вы живете вот медициной. Ну, получается вот так. Вот какое самоотвлечение врача еще. Удивительно просто. Я знаю, что вы ведете такой очень активно свой дневник. Олег Георгиевич ведет историю спасения, потому что это действительно чудеса, чудо простыми руками. Их же делают руки, человека руки. Да. Вот. Я бы хотела послушать, и чтобы вы воспроизвели для наших зрителей эти истории, которые просто достойны восхищения. Это истории чуда.
Ну, как бы я бы чудом это не назвал, но достаточно много было на жизненном пути ситуаций, когда приходилось человеку помогать, и это откладывалось даже у нас в сердцах. Ну, конкретный пример. Ну, конкретный пример, это несколько лет назад. В аэропорту приехала ко мне женщина с достаточно увесистой папкой. У супруга нашли в сонной артерии бляшку. Я мельком посмотрел, она из того, что было, сказала, у него, говорит, нет ног. Ну, я на это особо не обратил внимания. Уже сказал, да, обследуйтесь, давайте анализы и прилетайте. Через 2 недели на пороге больницы стояла эта женщина, впереди на коляске сидел ее супруг. И для меня это было немножко таким откровением. Но пообщавшись с пациентом, он мне сказал такую фразу. Доктор, говорит, я привык жить без ног, но без головы, говорит, не смогу. И как-то вот, ну, мы сделали операцию, да, восстановили кровоснабжение головного мозга, и он достаточно в веселом и благодарном состоянии улетел. И, ну, это вот один из случаев был. Бывали случаи такой вот достаточно. Пациент, он пожилой, 60 лет, но он перенес 4 операции у нас. Сначала мы ему оперировали одну ногу, потом через год вторую. То есть пациенту не хватало для качества жизни того кровоснабжения. И он приходил, говорит, доктор, я хожу 100 метров, а мне хочется ходить там 300-500. Я хочу более активно. И мы сделали одну операцию, вторую операцию. Потом у него вывели стеноз сонной артерии с одной, с другой стороны. И где-то... То есть это запущенный какой-то случай? Ну, уже у него был, да? Достаточно был агрессивный атеросклероз, который на фоне приема препаратов никак не коррегировался. И болезнь медленно, но прогрессировала. И звонок от него. Иногда бывает, что с работы приходишь и не хочется даже трубку брать. Ну, ты врач, и дома тоже со мной ругаются. Да брось ты телефон, я говорю, не могу. И вот не взяв тогда на него трубку телефона, он мог бы лишиться ноги. Подняв, он рассказал, что с ним случилось, что у него резко онемела нога, она холодная. Я ему сказал, немедленно собирайся, езжай в стационар. И буквально через час он был уже у меня, час на обследование, в операционный подан, операция, тромб удалили, пустили кровь, нога наполнилась жизнью, восстановилась, и человеку просто мы дали второй шанс ходить. И он это с такой благодарностью вспоминает. Ну это чудо ведь? Ну это чудо, чудо, да. По воле случая, да. И из буквально свежего, это тоже, это уже было в другой клинике, в пациент, когда моя первая операция, уже ты готов, ты все вроде бы предусмотрел, но внезапно у человека останавливается сердце. Не успев начать операцию, это испытали стресс все, начиная от реаниматологов, которые ввели наркоз, хирурги, которые, не успев ничего толком сделать, тоже. Но благодаря слаженным действиям, командным действиям мы восстановили работу сердца, реанимировали. А в чем была причина? Почему остановилась? Там много факторов привело к тому, что, но по сути мы спасли ему жизнь, он ушел, но проблема-то никуда не делась. И через месяц он пришел снова. И каково было удивление, и его упор именно прийти опять сюда, зная, что пережив клиническую смерть, для нас это было тоже как бы делом чести помочь этому пациенту. И во время повторной операции, уже как бы предусмотрев все, иногда бывает и такое, что даже последние технологии в плане КТ, видя на картинке одно, а хирург руками и глазами видит другое, моментально надо менять ход операции. То есть и под рукой был и протез, то есть пришлось протезировать сосуд, восстанавливать 2 больших магистральных сосуда, и дальше уже совместно с рентген-хирургами еще ниже спускаться до стопы и там восстановить кровоток. И спустя 6 часов мы все-таки восстановили кровоток, пустили кровь к ногам, пациент
достаточно легко перенес операцию уже без эксцессов. И на второй день на своих ногах вышел из стационара. Для меня это было не меньшим шоком, чем для него. Поэтому это тоже своего рода история спасения. И как для нас, хирургов, это тоже опыт, который мы через таких пациентов и набираем. То есть к вам вот приходят, в общем, уже все, можно сказать, на последнем издыхании, какие-то очень тяжелые случаи в основном, да, вот связаны с вашей профессией? Наша профессия – это достаточно такая тяжелая, и пациенты достаточно измученные, тяжелые. То есть там уже на весах же и смерть практически, да? Да, да, именно та патология и та категория людей, которые будут до последнего терпеть и тянуть. Но иногда бывает, что и вы бессильны, когда пациент все, ну, подожду, пройдет завтра, послезавтра, и оттягивает поход к врачу, тем самым он и себе потом укорачивает жизнь. Я всегда говорю, лучше позвонить, проконсультироваться и быть спокойным. И всегда для хирурга, для оперирующего, и который лечит, сделать операцию – это полдела. Самое главное – такого пациента выходить, вылечить и выписать, и чтобы он соблюдал все рекомендации, даны тобой. Потому что, да, они нарушают, начинают курить, пить, злоупотреблять, потому что думают, что все, мне сделали операцию, я здоровый, я могу бегать, я победил, но… То есть это как у спортсмена, не только нужно выиграть, но и удержать. Удержать, да, да. И это в этом и как бы и суть, и наши именно сосудистых хирургов профессии, и тяжесть от того, что иногда пациенты не соблюдают наши рекомендации и приходят. И они приходят из раза в раз уже в более тяжелом состоянии. Ну, нам приходится их принимать и делать, и помогать. В каком бы состоянии ни было. В любом случае. Да, это наша работа. Пользуясь случаем тогда, вот хотела спросить и для наших зрителей тоже, вот, чтобы предотвратить все эти неприятности, и какие-то рекомендации, пожелания. Ну, пожелание – это вести здоровый образ жизни. Что вы в него вкладываете? Может быть, для заниматься физкультурой, ходить побольше на свежем воздухе, правильно питаться, исключить из рациона соль, сладости, ну, я не говорю полностью, курение, алкоголь, это все влияет на составляющую крови, потому что алкоголь ведет к сгущению крови, к образованию тромбов, никотин сужает сосуды, спазмирует. Вы лишаете нас удовольствия. Да, но без этого мы и жить не сможем, поэтому я не говорю полностью прекратить, но если человек следит за собой в любом возрасте, он может прожить достаточно долгую жизнь. И таких пациентов у нас было немало, которые и 80 лет переносили операции достаточно тяжелые и выходили на своих ногах. Поэтому главное – это пациент, чтобы понимал для себя, для чего он живет, чтобы он питался, соблюдал и следил в первую очередь за собой. А наша задача, как врачей, как хирургов, помочь ему. Вот и все. Да. Так просто и так сложно, да? Да, да. И так сложно. А вот действительно ли, кстати, вот возвращаясь об этой истории сосудистой хирургии в древности, что мы уже говорили много о жидкости, что даже это влияет на характер, на наше настроение, смешение вот этих вот жидкостей, гуморы там смешиваются, да. И вот какие мы, какая наша кровь? Вот как вы, как специалист, это прокомментируете? Ну, в этом, есть свой смысл? Или это шутка? Нет, это не шутка. Даже в моей специальности все люди разные, но у кого-то кровь горячая. Допустим, я выросший на Кавказе, иногда бывает, что там в операционной бывают и крики, и кровь, и инструменты летают, поэтому это нормально. В условиях операционной это нормально, а за пределами мы все обычные люди, поэтому… Но все-таки кровь остается чем-то очень важным, да, главным, да? Да, да. Мы как бы пришли к тому, с чего, собственно,
и начали. Очень красивая специальность, очень нужная, необходимая. И вообще во всей врачебной специализации, в хирургии, да, вот это сосудистое, вот это вот ювелирное. Вы художник в этой хирургии, да? Да. Сосудистый хирург, скульптор в хирургии, правильно? Да. О чем вы мечтаете? Какая ваша мечта? Как врача или просто как человека? Потому что, мне кажется, уже вот сейчас, находясь на вершине уже своего как бы пути в плане профессионального, наверное, это уже совмещается. Вы врач и человек, да, это уже одно и то же. Ну, мечта, ну, она обычно банальная для всех, это мира. Хочется спокойствия. В наше непростое время хочется человеческого покоя и мира. Когда ты знаешь, что ты придешь на работу, ты сегодня поможешь одному, второму, третьему, и также спокойно уйдешь, закроешь за собой дверь и будешь знать, что сегодня ты помог одному пациенту, второму, третьему. Кому-то не помог, но попытался сделать то. Попытался. Не отвернулся, а сделал все, чтобы он остался хотя бы довольным. Да, ты мог ему не делать операцию, но иногда бывает простого человеческого общения пациенту достаточно, чтобы он понял и принял твою концепцию, что это для него, чтобы он дальше мог бороться со своей болезнью, даже без нас, без хирургов. Поэтому как-то так. Но чувство спасения, врачевания, оно всегда, то есть как где-то что-то происходит, ну, да, инстинкт всегда, такой, да, органический. Это уже заложено. Заложено. Где бы ни был ты, если врач, тем более хирург, в какой бы ситуации ни оказался, в самолете плохо кому-то или где-то, ты всегда придешь, поможешь. Этому нас всегда учили. И настоящий врач никогда мимо не пройдет. Уникально. Низкий вам поклон. Спасибо за то, что вы делаете. Олег Георгиевич рассказал нам свою личную историю, вел нас немножечко в свои тайные завесы, что такое сосудистая хирургия. И самое главное, дал ответ на этот вопрос, что кровь – это действительно тайна, это живая жизнь, которая все начинается и заканчивается. Она как вот проходник этой живой жизни, циркулирует, дает нам эту жизнь, продолжает ее. Что-то действительно поистине божественное и тайное, которое касается руки сосудистого хирурга. Спасибо большое. До новых встреч. До свидания. Спасибо.